В Акжаикском районе открыли зимний центр досуга. Каждый день сельские жители смогут проводить здесь свое свободное время. Идеи создания и реализация проекта принадлежат местному предпринимателю. На районном уровне это первый комплекс подобного рода. Идею его открытия давно продумывал местный бизнесмен Айбар Рыскулов. Руководство района выделило на эти цели участок, и вот в районном центре теперь есть своя зона отдыха. Мы хотим, чтобы дети с пользой проводили свое время на свежем зимнем воздухе. Автор идеи – мой супруг Айбар Рыскулов. Его цель была развивать зимние виды спорта. Здесь есть столовая на 20 человек. На этой территории есть ледовый каток, где сельчане могут просто кататься на коньках, либо проводить соревнования. А для любителей экстрима залили ледяную горку. Дети в восторге от центра и с удовольствием приходят сюда каждый день. Очень удобно расположен центр. Наши дети просятся сюда постоянно. Даже и нам, взрослым, тут весело. Спорт и инвентарь можно взять на прокат. Спасибо за организацию нашего досуга. По словам инициаторов проекта, со временем комплекс будет расширяться и обновляться. Алмагуль Джампейсова, Асламбек Саламатов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.